Вот что происходит, когда вы заполнили. Что мы здесь? Заполнили. Я не понял. У нас подходит к нему заказ. Вот люди тоже стоят, ждут. Инесс, Оля, Факер стоят, дозаполняют сейчас. Все. А мы пройдем, наверное, с ФНГ и драмером. И поглядим, что же там будет. Здесь я на солнце стоял. Эй, бомжи, мы уже стоим тут. Чувствуете, как здесь кайфово после солнца? Да, я не вижу ни хрена от солнца. Я аналогично. Смотрю, у меня просто такое пятно там. 22-я? Касса 22. Прошло еще 1 000 000 000 лет. О, окей. Нам еще нельзя идти. Мы должны стоять еще здесь, пока в очереди. Все, нас в итоге не достроили в 23-ю кассу. Мы закупаемся. Ну, ребята закупаются. Не, нам нужно сейчас уже принести просто. А, просто принести, окей. Вот так это работает. А что, что будет вообще с обычными фанатами? Они с ума сойдут, мне кажется, их сердят стоят. Нет, так это здесь из того, что я знаю, был приордер, ты покупал на сайте. Теперь да. Сюда приходишь, забираешь. Вот да. Это была очередь, но может ее не видел. Не видел, потом конечно. Будет еще в Киа-арене, вот когда откроется сам они, скорее всего, это тоже будет. Ну, то есть, если игроки в таком кипише стоят, то людей-то обычных будет намного больше. Мне кажется, очереди будут ну, совершенно дикие. Нам принесли кучу Death Prophet, Venomancer. А, это герои. Это герои, да? Фигурки героев. Плюшевый тайдик. Плюшевый тайдик это лучшее, что есть на этом свете. Это все, вот это все вы взяли? Да. Это все 520. Ну, правда, клава 220. То есть это $300. Да. А что вот это за штучка? Там герои какие-то. А, микроплюш. Микроплюш, а вот это не плюшевый, это пластмасски. А, я тут баун. Почувствуйте, люди, как вообще заполняется коробка. Как заполняется коробка, плюшевая подушка. Это твоя любимая подушка? Тайтл-П. Ребята, Тайтл-П. Ну, это Тайтхантер, герой, который подушку купил. Тайтл-П. Но это шопинг-мания просто нереальная какая-то. Людей... Лёха, на сколько вы набрали? 1074. 1074. Что вы на... друзьям подарили? $1074 на игрушечки. И мне просто непонятно. Это настоящих, такой... настоящих дотеров нет друзей, как у нас. Вот так вот. Или вот так. Вот так, наверное, да? Вот так это нужно держать? Да, да, да. А так тоже мило, смотри, улыбающийся. Какой-то подлазь. Чел, с челкой, чувак. По-моему, очень мило. Вот. Представляете? Представляете? Еее. Сколько там коробок? Вы можете себе представить? Просто реально сегодня буду таком готовиться к Фнатикам после 0-4. А ты был на Virtual Reality? Да, да, он доволен. Нет, я бы не был. Я спал, я, короче, не ем уже второй день, потому что я спал. И сплю плохо, потому что я не ем. Мне сегодня кошмар снились всю ночь. Просто жуткий кошмар. Я еле встал. Я отвратительно я спал. Я душу, потому что я есть. Знаешь, стоишь, у тебя нету сил, ты есть хочешь. Я пошел, супчика чуть-чуть съел, две булочки. Как-то... И прям? Да, да, типа... Блин, мы очень сильно нервничали. Я вообще не знаю, как я пережил эти два дня суровые. Я говорю, вон, видишь, у меня седые волосы повылезают. Посмотри у меня, сколько седых стало. Вот, посмотрите. Просто. Какой-то у тебя там два их, наверное. Посмотри, сколько у меня. Посмотри. Только сколько у меня. Сколько? Где? А, ну да, тоже много. Это тоже все видно. У меня не было этого ни хрена. Два месяца назад. Там есть... Дота 2 микроплаш. Смотри, там мы-то заехали, там даже не видно статую свободы. Я купаюсь. Самое главное, что там внутри. Блин, они очень...
А вы до сих пор стоите, ждете, типа, к кассе подойти? Там 25-я касса, освободите, вот она вроде освободилась, и мы просто... такие пошли как раз. Тра-ля-ля. Сколько у вас вышло? 1800 долларов. 800 долларов? Да вы психи, люди, что это за прикол? Да это мы там... Ну, типа, реально, это потом можно... Не, продать? Ну, часть, на самом деле, там на розыгрыши всякие. То есть, да. Не все себе, не все себя. Я же говорил, что я собираюсь купить, я все это купил. А все остальное для людей. Для людей. Короче, я к нему приезжал 2 месяца. Так, не снимай это, а ты иди дальше. Нам выдали еще 2 сумки. Ну, то есть, вот каждому из нас по сумке, хоть я ничего не купил. И выдали карточки. Карточки для значков. Что это за карточки? Эмоции, шарм, значки. А ты сколько брал? Подожди, нам выдали... Как будто на халяву дали, потому что... А, может быть. А, подожди, ты можешь вот так. Это там такие смайлики, типа, которые... А вот, вот они, вот, да, вот они. Эмма Шарм Коллекшн Карт. Наверное, это уже в следующую, да? Держи коробку. Сумку. Сумка топовая, в ней можно, с ней можно в магазин ходить и закупаться, типа, на месяц, мне кажется, едой. И давайте посмотрим, что Инесс покупает. Так, ребята закупились на 500 с лишним между баксов. Между прочим, вам потом будет разрывать, что скажут. 3 футболки, 3, по-моему, да, будут разыграны. Мы сберем подписи, и они будут разыграны на Папстомпа. Серьезно? Да. А в каких городах? А я вот не знаю, к сожалению. Мне не сказали. Меня попросили купить, подписать, привезти. А подписаны кем? Игроками. Всеми нашими игроками? И не только нашими. Будем собирать, будешь ходить и собирать подписи. Снимать на камеру. Ну, пожалуйста, это интернет, ну, пожалуйста. Мне, ну, на самом деле, я как бы страдаю херней целыми днями. Просто я ничего здесь не делаю. Просто я хожу. Сумочка. Ты снимаешь, ты подходишь к Eternal Land. Говоришь, пожалуйста, чувак, распишись. Он тебе говорит, нет, пошел. Контент. Вот я вымучиваю сумочки, карточки на халяву. А теперь мне наконец-то нашлось занятие. Я буду искать, ну, в смысле, мутить росписи игроков. Смотри, смотри, смотри. Эх, пошли, где выход? Ну, просто вот так вот. Ну как бы. А, ты выпросил сумочку? Да, я вымутил сумочку. Мне нужны драмеры, а я их вижу. Вот, люди все стоят, Джерек стоит, еще кто-то стоит. Все стоят, ждут своей очереди, а мы вот уже закупились. Там уже сидят люди, все распаковывают. Но мы дождемся отеля и будем распаковывать в отеле. Ну что, пойдем, купец, пойдем. Пойдем, пойдем. Довольный купец выходит и идет. Просто сумка. Ну да, большая. На самом деле даже тяжелая получилась. Килограмм, так знаешь, 5, наверное. У Вани поменьше сумка. У меня и долларов на меньше, всего лишь на 383. А я 0 потратил. В общем, мы закупились, как вы видите, на контрасте сейчас куча народу около Кей-арены. Вот это вот расслабление после заказа закупился. International. И будем смотреть. Запаковали. Просто что это вообще такое? Это мусорка, посмотрите. Это реально. Не, подожди, это здесь коробки, реально, это не мусор. Здесь закрытые коробки. Просто куча всего. Огромная куча всяких вещей, почему-то рядом с мусоркой. Oh shit, it's a video. Oh, sorry. Thanks, man. No problem. Sorry. Hey, there's me. Приехали в отель, закупились все, кроме меня. Вот, сейчас пойдем открывать игрушки.